Привитос, амигос, Навьё. Навьё на канале, просто новейшее Навьё. The Town of Light. Вообще в релизе русский язык указан не был. Был указан украинский, но я такой, типа, я, конечно, по-украински не шпрехен за дочь, но возложил надежды на то, что у нас хотя бы алфавит примерно общий. И думаю, что, ну, справлюсь как-нибудь там. Я, правда, знаю по-украински только самолет, спички и победа. Вот, поэтому... Ну, как бы можно было справиться, но на самом деле в игре русский язык, короче говоря, оказался. Ну, а то я чуть не охерел, нифига себе, украинский есть, русского нету. Санкции. Вот, но, слава богу, обошлось, поэтому можно будет насладиться русским. Это вообще основано на реальных событиях, но это всегда пиздеж, по-моему. Источником вдохновения служили многочисленные документы о психических расстройствах и о жизни пациентов в сумасшедших домах в начале 20 века вплоть до их закрытия. Опять про психушку Outlast Forever. Некоторые события игры могут вызывать отторжение и беспокойство. И чёс в районе яичек. Поэтому мы настоятельно рекомендуем ограничить доступ до совершеннолетних и взрослых игроков. То есть это типа хоррор. Хотя было написано, что адвенчура, но там релиз, видимо, какой-то ебанько делал. Все персонажи, их имена вымышленные. Любые совпадения с реально существовавшими случайны, блядь. Только что писали, что на реальных событиях и фактах, а потом, все вымышленно, нахуй, мы напиздели. This game use an artistic interaction of a former. Ну, это хуй знает, что это написано. Драматический процесс, короче. Стоит отметить, что с тех пор подход к лечению психических заболеваний радикально изменился. Если вы считаете, что у вас наблюдаются симптомы каких-либо психиатрических отклонений, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Как раз сегодня в новостях показывали эту няню с отрезанной головой ребенка, поэтому игра прям, блядь, прям вот, прям в эту, как это называется, похер, короче, вы поняли. Надеюсь, ее будут лечить по старинке, блядь, электрошоком в мозг. Вольтерра, 42-й год. Где-то идет война, где-то лечат дурачков. Kind of maybe I'm dead. I can't see any light. I might be dead. Мы играем бабой, это уже плохо. What's going on here? What's happening to me? There's no one here. Yet these noises. God, my head is killing me. Моя голова меня убивает, я сказал. Типа таблеточки, наверное, ректально наставляли. Реальность ускользает от меня, чувство такое, будто на мне нет кожи. Легчайшее дуновение ветра причиняет мне боль. И тут какие-то ебанические проценты загрузки. Вон, матрица пошла. Да, это мы поняли уже, что на реальных прям вообще. Так, ну что, графоний на ультре, кадров 60-70, Вольтерра, Италия. Чувствительность мыши вообще никакущая в игре. Прибавляем, убавляем, сейчас, вот, все нормально. Ну, мы видим, что папоротник, да, или что это такое, похоже. Ну, в принципе, графика мне нравится. Такую можно поиграть. Обосраться, здесь можно кататься на карусельке. Уи, сейчас, смотрите, улечу куда-нибудь. Она все быстрее и быстрее, нет? Как с ней слезть-то? Как тормознуть-то? Все, тормози, стопэ. Пищит она как мышь, сука. А, подожди, на мышку слезать, ну-ка, если я... А, хуй, пока не остановишься, не слезешь. Все учли. И что, можно и на этом посидеть? Отлично, это симулятор ребенка. В детстве у нас примерно такая площадка и была. Это сейчас там, блядь, замки понастроены, качелек там миллион. У нас песочница без песка, хуйня вот эта на пружинке. Качелька, горка, да. Слушайте, скамейка. И вот эта залупа обязательно. Именно вот эта с рулем. Часто я видел с педалями уже такое делать. А вот на этой она посидеть не хочет. Именно вот, в форме мотоцикла. Вот в форме мотоцикла вот эта самая была крутая, только колеса двойные были. Зачем тебе ездить на лошадке, если ты можешь типа на мотике? Мяу-мяу-мяу. И здесь она, я так полагаю, тоже может покачать свою жопу. Ромашки, смотрите-ка. Правда, трава сквозь ромашку ближайшую проросла.
Ничего. Ладно, давай. Какой-то это странный дурдом, конечно. Но сомневаюсь, что жопа главной героини влезет в эту горочку. Потому что у тёлок жопы-то мясистые, как мы знаем. У них задница шире, чем у мужчин. Видимо, она всё-таки... Не знаю, как она это сделала. Мне кажется, она просто спрыгнула. Ну, прикольно. Одобряю. Ног нету, правда. To open, to close, use. Вот именно обучение на английском языке это вообще радует. Слушайте, если мы посмотрим на этикетку, мы... А, ну это Италия. Италия что-то подозрительно на Россию смахивает. Вам не кажется? Что-то есть у них такое. Ага. У психа есть фонарик. У психованной бабёнки. Что это такое? Game Connection. Deal of Excellence in Story. In Real to Light. Блять, хуй поймешь, что это такое. Приз за какую-то лучшую, за лучший сюжет, как я понимаю. Ну, блять, в советское время, наверное, в каждом доме был такой примерно маффин. Кассетный. И колонка сбоку. Просто заебись. И радио. Потом эти маффины перекочевали на дачи, на всякие. Единственное, что меня расстраивает, то, что, блядь, мышка постоянно вылазит на второй монитор, когда я вот это говно кручу-верчу всякое. Так. А в холодильнике не как труп. Резко-резко сейчас. Нет, тут просто что-то скисло. Я уж хотел сказать, лутай банки алюминий. Опять приз за лучший сюжет. Почему-то вот без субтитров. Два приза за сюжет. Как бы и чё? Что тут делать? Сигареты. Терьер. Терьер. Пачку терьера, пожалуйста. Почему не подобрать с пола розочку? Ей можно драться, в случае чё. Лопата, по-моему, вообще нужная вещь в прохождении игры про психушку. Во власти лопаты не было. А если бы была, я бы там всех перебил. Лопата — это вообще грозное оружие. В руках опытного дачника. Ну это выход. Подожди, а если я в другую сторону пойду, там что? Бега в игре нет, что, блядь, напрягает. Ебанически просто. То есть, ну, это, видимо, сразу понятно, что это не хоррор никакой, да, без бега, это ходим, смотрим. Хотя, блядь, был хоррор без бега. Я даже делал первый взгляд на него, такой хромированный. Но это было чисто воды уебанство, конечно, не хоррор никакой вовсе. Понятно, то есть тут тупик, кто мог подумать, хотя... Ну вот в этот разрушенный парник войти можно. Ну что, дикую конную перку кто-нибудь выращивал? Говноходы. Все, вон свобода. Откинь доску, беги, блин. Что тут делать-то? Сейчас игра только что отчаянно лаганула на ровном месте. Это была предпринята попытка кикнуть, как бы меня, я так понимаю. Вообще, это мне что-то халат напоминает. Я думаю, что даже разработчик тот же. Снова ходьба, снова нет прыжков. Снова какая-то, блядь, история на реальных событиях. Все имена совпадения, ля-ля-ля. Перед тем, как заиграла музыка, игра опять лаганула. А, это только титры, блять, ёб твою маму. Town of Light — это город света, да, как бы переводится?
Что-то похожее на лунную сонату. Это смесь лунной сонаты и фильма «Холодное лето» 43-го, блядь. Можно туда пойти, можно сюда пойти, я что-то вообще не понимаю. А, вот на shift здесь более быстрая ходьба, это не бег. Но она хотя бы быстро ходит. Та-та-та-тан, та-тан-та-тан. Я тут был. Подземелье. Быстро я нашел. А, и тут ничего нет. Тут можно спать. Здесь кого-то, блядь, какого-то братишку держали, наверное. И носили ему покушать у себя в заднице. Братишка, я покушать принес. Не может быть. Как охрана не заметила. Я пронес это в своей заднице. This place. Это место. Time. Время. Memory. Память. Но я сюда и пришел. Тут как ни иди. Ёб твою мать. Воспоминания. Ёб твою мать. И что это такое? Ничего нет. События. Ну, блять, я не знаю, про что этот геймплей, походу. Есть ли он здесь вообще? Такое ощущение, что это просто ходьба и получение информации напрямую в мозг. Ну, как Итан Картер, грубо говоря. То есть переводить вот это они нужным, как вы видите, не посчитали. Что, в принципе, не такая важная херня, можно типа обойтись. Как бы уже непонятно. В игру настолько с настолько херовым переводом, кто вообще играть будет, блять, англичане, что ли? То есть хочу, блять, перевожу, хочу не перевожу, заебись. Вот этот подход, настоящий профессионал своего дела. Ну пиздец, подбираешь бумажку, да? В чем вообще основная суть таких игр, это подбирание бумажек. Блять, а бумажки здесь без перевода, охуенно. Я заметил, что... Ну опять, пиздец. Я заметил, что такие игры делать повадились, блядь, толпы инди-разработчиков. Что они считают, что они делают что-то охуенное, когда делают вот такую шляпу. The only thing I remember clearly is Charlotte, my doll. Шарлотта, моя кукла. Понимаете, что теперь на Unreal Engine 4 игру могут делать вообще, походу, кто угодно? No, she's freezing. She's alone. Renee does not want to abandon her. Она говорит дважды. Что вообще мне нравится. Сама одновременно двумя голосами, мне кажется, пора экзорциста вызвать просто. Ага. А вход в больницу куда-то исчез. Прикольно. Ну, видимо, что... It is not forbidden. Let's find Charlotte. У разработчика какие-то идеи были такие отдельные по поводу игры, да, про психушку, что вот, типа, ну, вот такую херню, вот это вот портрет на дверце с обратной стороны, но это еще надо было продумать, да, это придумать еще надо было, вот. Идеи были, но собрать их в одну, видимо, интересную игру они не смогли. Потом выпустили просто очередную ходьбу. Виват ходилка. Раньше это были моды к какому-нибудь говну. Там, помните, этот Silent Hill Алхимила, блин. Точно такая же борода, только это был мод. А теперь просто всем дали бесплатный движок. И все на нем охуевают. Теперь это не моды, теперь это инди-игры. Пиздец. Я
лифтяру починил. По ништяку. Хотя тут и лестница есть, и можно подняться по ней. Но я думаю, будет веселее, если я поеду. Может, надо было ниже поехать? А, хотя куда тут ниже-то? Нету каких-то страшных звуков. Вообще ничего нет. Ничего не происходит. Ну, твоя ебливая кукла, наверное. Мама took good care of Charlotte. She tucked her in. Поразительного качества заставка. Gave her cuddles and kisses. She was very affectionate and loving. Nothing bad happened to Charlotte, and I was amazed. I did not understand. At first, I was quite afraid. I feared that she wanted to hurt me. I was constantly expecting the moment when Mum would abandon her. Because I did not deserve to live. I did not deserve to be loved. Я так смотрю, тема психушки, она вот вообще актуальна. Помните, недавно только была инди-игра? It's cold. It's dark. Now she's cold. She'll get ill. Где мы играли за доктора? Charlotte is a good girl. Гланды какие-то. Мы играли за доктора и... Ключи, вот, блять, логично было бы взять связку ключей, но ей ни нахуй не нужны почему-то. Который погружался в воспоминания там в какие-то, помните, вот это бородище, там типа диагнозы надо было ставить, картинки, блядь, складывать потом в единую херню. Там вот тоже ведь же про психические расстройства, и здесь про психические расстройства, и все на реальных типа событиях, блядь. Очень страшно, ебанически страшная сцена, просто она, блядь, мою психику порвала, блядь, на части. This is not a good place for Charlotte. She'll be cold here. И поверь, когда мы включим ток, холодно ей уже не будет. Ампутация, смотрите. Пиздец какой-то. Каким-то ножом, чуть ли не столовым, блядь, ампутация. Вскрытие головного мозга. Нет, атмосфера тут есть. Для лоботомии, походу, что ли, чуть такое. Для любителей атмосферы тут есть на что, блядь, похуевать, походить. А это рентген был. Ну, в рентгенах я вообще нихуя ничего не понимаю. Там довольно странно. Врачи-рентгенологи довольно странные ребята. Увидят какую-нибудь темноту, блядь. Кусочек участка темнее, чем все остальное, значит, это какая-нибудь там залупа. 37-й год. Охуенно перевели, блядь. Спасибо вам за перевод, ребята. От души. От души. Может, на украинский надо переключиться? Там, может, больше перевели? Чай европейский все-таки язык. Шарлотт туда не хочет. Очень классно. Вон, еще одна записка на скамейке лежит. Так нахуй мне их собирать-то? Все равно перевода нет. Ну это... Those lamps might make the room warmer. But Charlotte's uncomfortable. She doesn't feel well. Чего ей удобно, неудобно? Лампы могут согреть ее? Че это такое за аппарат, блядь? Похоже на рентген челюсти. Но... Че ей там неловко, я не понял. Это что такое? Че это за операция? Оттягиваю. Смотрите, прокол уха. Оттягивают шею, делают разрез. Перья какие-то, блядь, вставляют. Это что за херня вообще? Это что? Сухожилия режут. Пальцы, блядь, отрезают. Что за говно? Вену зашили.
I saw a wheelchair on the ground floor. It's a convenient place, and we can get Charlotte into a warm place. Это показывает, как сухожилия разрезать, что ли, судя по всему. Это просто, блядь, смайлик 80-го левела. Да, смотрите, кости. Ладонь, как ему отпилили. Один большой палец ставили. Нахуя человеку, блядь, отрезать, блядь, пальцы с ладони? Гангрены на пальцах не нарисовано. Просто здоровую руку, блядь, отхуячили. Это, блядь, лечение психов так происходило? Ничего себе. Вот коляска. На этом этаже я видела коляску. Вот, ты, блядь, у него сидушки нет, вот. Что-то у коляски колесо покрутилось, непонятно почему. Блять, эта кукла меня уже заебла, если честно. Она точно сказала, что на этом этаже видела? Может, она все-таки внизу видела, поэтому надо спуститься на лифте именно. Мне кажется, что внизу. Не было тут колясок никаких, кроме вот этих сломанных. Наша кукла что, дура, что ли, на сломанной коляске кататься? И ногти такие, блядь, покрашены еще. Стильно, модно, молодежно. Вон она, колясочка. This is a comfortable place for Charlotte. But it's cold. No, no. Да it's я cold. Помню, блядь, что Don't тут shiver, холодно. Charlotte. The cold will go away. Блять, эта кукла просто страшная. Она не страшная, а мерзкая какая-то, блядь. Старые куклы вообще мерзкие. Пиздата. Вот нет бы, блядь, эта игра была про медсестру, про какую-нибудь ебанутую, из ебанутой психушки. И ты вот психов отводишь, а им там руки режут, там, не знаю, что-нибудь такое. Вот это была бы навьё игра. А просто про очередную дурочку, блядь, с куклой. Борода. То есть почему, блядь... В таких играх ты всегда играешь либо пациентом каким-то, либо там случайным пациентом этого заведения. Почему ты никогда не играешь обслуживающим персоналом? Вот это такого еще не было, по крайней мере. Ты, если ты хочешь там, ну, правильно кто-то на стриме недавно написал, хочешь разбогатеть, сделай, придумай что-нибудь, придумай то, чего еще нет. Сделайте игру такой, какой еще не было. Нахуй, блядь, повторять-то друг за другом начинать. Что выглядит одним сплошным сраным конвейером. То есть, ну, загадка такая, уровень просто пиздец. Поехали. Пусть дверцу отломит. Сейчас интересно, где-нибудь остались еще лифты, где надо дверцу самому закрывать. Помните, такие были раньше? В олдфажных домах. Я давно в таких домах уже не был. Там створки такие, две двери у лифта, блядь, по-моему. Одна у лифта, у кабины непосредственно, а другая на этаже, короче. Это, по-моему, пиздец как опасно. А если дети откроют и вывалятся? Или там был какой-то механизм, который не давал открыть дверь, если лифт не приехал? Что-то не помню. Блять, с этой коляской, знаете, хуй в двери пролезешь еще. Она как-то по-ебнутому управляется. Вот здесь просто обязан быть охуенный скример. Но никаких скримеров тут. Но это, блядь, не хоррор. Поэтому-то в жанре хоррора-то и не было, что здесь психоделика это максимум, на что способна игра. We can do it. The cold goes away. It's not forbidden. Now we can go to that ward, where everything started. Это где? It all began in the observation ward on the ground floor. С ней же, что, с коляской? Нет? Обсервация на нижнем этаже. Обсервация, наверное, потому что там обсирались, блядь, все. А, то есть лифт вообще вниз может поехать, да, все-таки? Можно еще лифтера вызвать, оказывается, ничего себе.
Ой, я прицелился на букву Т, она нажала единичку. Так бывает, когда играешь дурой. О, боже ты мой. Ну, то есть, вспомните Daylight игру, да? Или как там она, блядь, называлась? Тоже про дурдом со смартфоном. Так там хоть скримеры были, но там точно такие же истории, блядь, какие-то полуреальные находил на бумажках. То есть все, сука, то же самое, по сути. Круто. И чё? Вообще круто. Такая крутизна, что охереть можно. А, и всё, да? Повторки. Тут закрыто, тут закрыто, там закрыто. Где тут обсервация? Тут что-нибудь написано? Ритеро, ритеро, ритеро. Вы здесь. Конференция. Ассервазон, блядь, восьмая хуйня. Вот там справа. Вот это что? Это сортир. Ну, обсервация, все обсираются, ну, я правильно сказал, в туалет надо. Че, я, блядь, не туда пошел, что ли? Что такое обсервация? Если бы я знал, что такое обсервация, мне кажется, мне было бы проще. Вот я стою, да, 8. Репарту, обсервация. Он щиток, все правильно, блядь. Вот это она и есть. Не очень понятно, что тут надо делать. Ну, не, вообще нихуя не понятно, что они хотят. Вон фотка палаты, блядь. На казарму даже как-то похоже, блядь, рядочек такой. А, я не дошел до обсервации. Это надо в дверь. Дверь, видимо, открывается теперь. Вон она. Методом яркого света. О, начинается какая-то ебанина. Прикольно. Хоррор попёр. Давай, давай, заставь меня обосраться прилюдно. И мы сейчас, походу, ёбнемся вниз, потому что идти больше некуда. А, нихуя себе. Стильно. Такой психодел. Ну это как Layers of Fear, только для сыкливых. Как тут бояться нечему, но психодел. Психодел соблюли. Уэу. Если можно это так назвать. Разворачивают. Не, ну круто, конечно, но, блядь, что так, 2 часа тут идти, что ли? Тут даже, блядь, скоростного шага нету. Шаркай тапочками быстрее, пожалуйста. Однажды я выключил свет, но темнота так и не наступила. Это была необъятная безмерность, слепящий свет, без сострадания. Мне было 16 лет, и я боялась. Я все время жила в страхе, и этот страх пожирал меня. Мармидаун.
Мне нужна была помощь, но я не могла сказать об этом. Все пугало меня, даже собственные мысли. Пацана тебе надо было ехать. Мне сказали, что отвезут в такое место, где страха не будет. Где мне будет лучше? О, еблища какие. Там моя жизнь кончилась. Меня уволокли куда-то и сорвали с меня все. Она на, на индианку похожа. Я пытался объяснить, что со мной творилось. Меня привязали к кровати и оставили там на много дней. Наедине с кошмарами. Ох, ебать. Это уже был не страх, а сумасшествие. А когда ты сходишь с ума, тебя больше нет. Теперь уже поздно. На вопрос искать ответ. Слишком поздно. Ведь тебя больше нет. Ой, смотрите, голая. Он ногами сучит. Сейчас он повернется, смотрите, там даже видно. Мир кожи и меха. Промежная королева, смотрите, смотрите. Вон, видите? Мотня там какая. Мне что-то твоя улыбка нихуя не нравится. Отойди от меня. Сиськи, смотрите. Какие-то уродские, правда, пиздец. Опять перевод куда-то, блядь. Куда-то пропал. Ебать тут Silent Hill. Даже стены говном измазали. Да, плотность этих коек поражает воображение. Как к кровати-то подойти, ёб твою мать. Пиздёж полный. С ногами туда запрыгивать, что ли? А, это глава третья аж. Аж уже третья. Опять перевод пропал. Дверь кто-то открыл. Главная героиня, блядь, ходить не может, ничего не может. Но фонарик остался. Ну, короче, понятно, блядь. Если бы вот хотя бы перевод не гулял туда-сюда, то пришел, то ушел. Еще бы, может быть, я бы в это поиграл. Вообще, мне кажется, что такие игры, они, ну, не очень популярны, мягко скажем. Что хоррор... Хоррор без хоррора, он мало кому интересен. Чё, опять куклу куда-то нести, что ли, надо? Средних готичных замкнутых девочек, которые вот, блядь, вот для них история, типа, может и она им будет интересна, история какой-то тёлки, которая с ума сошла. Вот мне кажется, что некоторым из них может эта игра понравиться, но зачем она мне, я вообще не понимаю. Куча ебанутых телок в одном месте. Слушай, ну в принципе, чё, еби не хочу. Работать здесь жирным надзирателем, в принципе, не так и плохо, наверное, было. Вряд ли эти сучки кому-то что-то расскажут, да, жердей? Но с другой стороны, они страшные все, просто пиздец. Ну и ты тоже понимаешь, пойми меня правильно, не Брэд Питт нихуя. Вообще далеко. Сука. Ты скорее даже этот певец Крылов, блядь. Дева-дева-дева-девочка моя. Если бы ты знал, у Крылова вообще другие песни были интересны. То она, наверное, сразу прибежала бы ко мне. Охуенная песня вообще. Ну вот я ванну нашел. He didn't want, but... Шарлотта не знал Бишхим. Походу ее тут нахлобучили. О, да. Блять, перевод, ебаный, где перевод? Уебищный перевод. I threw up and could feel hell getting closer and closer. Что-то ближе, ближе-то у нее.
Those medical examinations. Пиздец, ну блять, перевод говно. Я думаю, что кто-нибудь из англичан, надеюсь, в субтитрах напишет перевод. Ну, шляпа полная, хуль тут дальше-то идти без перевода, это пиздец полный. Давайте, блядь, на украинский поменяю. Где он здесь, кстати, меняется-то хоть? Хуй поймешь. По-украински эта глава называется «Завантажение». Или «Завантажение», блядь. Нихуя не понимаю. Даже примерно не понимаю, что это значит. Кстати, вон еще жопа тоще. Ну, охранник выбрал самую, видимо, сочную девочку. Это нашу 16-летнюю малолетку. Но это лучше, чем вот эти старухи. Пошли же, Рабас. Сделаем это. Послушаем, хоть что главный герой не говорит. Кстати, там в туалете нереальное количество писсуаров, а психушка-то бабская. Нахуй там писсуары? Чё? Я понимаю, что девочки при желании могут насикать куда угодно. Но нахуй над психами-то так издеваться, господи. Чё-то ее шатает, болтает. Ну, она видно, блядь, под антидепрессантами такими нехеровыми. Не знаю, правда, что конкретно она... Чем конкретно она закинулась. Под чутким руководством местного медбрата. Ваночка-то, кстати, маловато для этого бегемота. Он такой, блядь, здоровый. Вин смеялся, Вашка дихав, облизував меня. Мне было боляче. Он что-то меня облизывал, мне было больно. У меня было... Будьте яку секунду... Чего, блядь? Я чувствовал себя слабой, больной. Брудною, блядь. Все, что я могла разобрать, это, блядь, пиздец полный. Какое зло, чего, блядь? Мне знудило. Что такое знудило? Я нихуя не понимаю, господи. Сказали вот мне, что было. Они хотели вытянуть из меня. Ее пытали, спрашивали, что было. А, она у гинеколога была, блядь. Гинеколог увидел, что ее дрюкнули, говорит, кто? А она типа не хотела говорить, что это жирный охранник, потому что он ей пиздюлей надает, наверное, так. New Chapter 4. Ну, видите, что вот, блядь, на украинском все-таки немножко более понятно, чем на английском. Немножко, как бы. Разница для меня невелика, но все-таки, блядь. Все-таки хоть что-то, хоть урывками, блядь, понял. Слушай, ну я знаю, что украинцев на канале до хера, глядишь, кто-нибудь до перевод забацает. О, записка тоже будет на украинском, смотрите. Шановний пан директор. Шановний, наверное, уважаемый директор. Я працую у цьому закладе вже... Пиздец! Я просто людина. Я просто людина, блядь. Я просто людина, блядь. Я не вчився и имени скромно вам писати. Я намагаюсь завжди дивитися з позитивной стороны. Але пиздец полный, нихуя ни слова не понимаю. Что это, блядь, такое за мантры вообще? Я думал, что, блядь, наличие похожих букв сделает, как бы, чтение, блядь, хотя бы примерно, что я, что хоть что-то, блядь, буду понимать. Но это полный пиздец, конечно. Я нихуя не понял. Ну я понял. Нет, подожди, что значит нихуя не понял? Что-то я понял, что это, блядь, кто-то пишет директору, что мы там должны. А что именно? Вот что конкретно там написано? Вообще, блядь, нихуя. Короче, в жопу я сдаюсь, нахуй. Русского, блядь, как такового в игре только 50%. По-украински я вообще нихуя не понимаю. Поэтому, блядь, нахуй мне играть, если сюжет для меня останется, блядь, наполовину загадкой, да? Потому что, ну, я только половину слов в украинском, блядь, могу разобрать. Нахуй мне играть в эту игру, нихуя не понимаю. Все, короче, пишите, жмите. Не, а если вы, конечно, из Украины, то, блядь, вы можете скачать эту игру, пройти ее, перевести, блядь, и это будет иметь спрос, наверное, в интернете, а хуй знает. Хотя вряд ли кому-то интересно будет эта хуйня, но можете попробовать. Все, короче, пишите, жмите, я ебал.